Привет всем. В общем, добрался я здесь до вот этой машинки Royal BM17. И сейчас вот обдумаю, как бы туда попасть. Если сейчас ехать с цистерной туда, с этим пидоном, то можно очень удачно там встрять. Сейчас попробую отсоединить, заправиться максимально. Заправить. Так. Багажник. И попробовать туда пробраться. Посмотреть, что же там за машинка. Так, открепить прицеп. Я ее даже вижу, может быть, вот так вот даст. О! Все намного проще оказалось. Достаточно было бы просто подъехать. Ну-ка, пересядем. Ну-ка. Пересесть. Что это? Ой, он поломатый. Ух, какой. У него бензик есть, но сломан двигатель. О, его можно отремонтировать. Но он, в принципе, может и завестись даже. А вот здесь и выход есть. А если взад-назад? Ой, он на нейтрале. Зря я вперед поехал. Ну что ж такое, почему он опять? А, автомат, а, типа коробка сломана. Вот как это проявляется, сломанная коробка. Прикольно. Так, во что-то уперся? Ага, в елочку. В елочку. Так, так. И теперь. Оп. Вот так вот. Давай. Да что ж ты будешь делать? Глушим. Хотя можно его. Зачем он прямо сейчас нам здесь? Давайте эвакуируем. Посмотрим, что за бомбаст такой. Уф. Высокий. Сразу можно сказать, да? Высокий. Королевский BM70. Трубы. Что на нем можно тут? Так, это. Где стандарт? Не показывает, кто из них стандарт. Наверное, вот этот стандарт. Модифицированный уже. Или найденный ранее подходящий. Ну, это, скорее всего, стандарт. Это модифицированный, усовершенствованный, сбалансированный. Так, коробочка. Оптимальная, вездеход есть. Подвеска высокая, закрыта. Ну, не сильно он люфтит. Ну, база, ну, вроде как широкая. Колесья огромные есть, с цепями, пожалуйста, вам. Ух ты, он даже на, или это пневматика у него, хотел сказать, на газу работает, пневматика, скорее всего. Так, спрятано. Ага, колесья еще не все доступны.
Только на высокую, похоже, подвеску. 51-й, да. Не дает поставить. Так. Ну, лебедка здесь. У нас все доступно. Мощную среднюю вот ставь. Хорошо будет. Ну или вот это вот. Колесья спасные можно втыкнуть. Но пока недоступно. 22 уровень. Шноркель. Так, это стандарт. А это для того, чтобы где-то по водичке поездить. Оп, модули пропустил я. Ой, здесь целый набор. Чё хошь? Пожалуйста, тебе экран. Сервисный. Что это? Металлодетектор. Сейсмовибратор. Но это, видимо, по эти по миссиям нужно будет. Портовая. Ух ты. Подвижная платформа, эвакуатор. Вот тачки можно эвакуировать всякие. Тоже. Вот да, вот видно выдвижное. То есть он, скорее всего, под углом опускается. Машину загоняешь и вставляешь пожарный манипулятор. Седло высокое, низкое. Ну, нормально так. Что со светом? Козыречек. Так, это поручень. Вот здесь, пожалуйста, противотуманки. Очень хорошо. Непробиваемый. Ну и заодно я вижу сразу проблему для проезда. Упираться в бампер будет. Хотя и здесь нет, он же стандартный весь. Вот. А здесь просто насадки получаются на него. А что там непробиваемый? А, это вот этот вот. Типа двигатель пробьешь. Да хер с два. Тут как следует въедешь. Все пробиваемое. Это даже массивнее выглядит. Ну вот противотуманки это очень хорошо. Свет, значит, будет. Кондиционер. Какой функционал у кондиционера? Вот здесь в игре. Чисто визуал. Серийный кондер. Маячки. Защита кабины от бревен. Так, хромированные боковые огни. Ага, вон те. Клаксоны. О, свет. Ну, тут лучше до маячков пофигу. А вот такое, если сюда поставить, очень хорошо. Трубы. Ой, какой самец. Ну, это чисто визуал. Так, дискари. О, мне всегда вот эти нравятся. Прям. Брутально так выглядит. Так, кстати. Тип, так, дифференциал. Дифференциала нет. Он что, больше как шоссейник, что ли? Полный привод. Очень хорошо. Так, шина, лебедка, спасное колесо. Ну, он, видимо, стандартный, его даже тут не уберешь и не посмотришь. Коробка, подвеска, шина, лебедка, спасное колесо, шнурки. И что ты из себя представляешь, дружок? О, какой. Прикидывайте, первый раз увидел неисправность коробки за столько времени, сколько я играю. То есть это как нужно ушатать карабас-барабас. Потому что у меня такого не было. Подвеску, шины, да, двигатель.
бодрячком, то есть я как-то на стандарте, да, на нем так иду. Ух, козлит. Ну и... О, смотри, как скачет. Че, вот здесь вот у нас стандартно обычно я проезжал. Ну и как? Оп, полный привод. Гребет. Че ему елочка? Да пофигу ему елочка должна быть. Руль лево-вправо. Даже на стандартной резине, которая у него там есть. Ну, медленновато. А если его проапгрейдить? Дрыгатель какой-нибудь поставить? Чё-то. Вот пониженные передачи. Одна, то есть ты тут не будешь... ну, карабас-барабас. Поставить какой-нибудь поинтересней. Ну, не-не, он прям бодренький. 280 литров. Ну, ничего так визуально. Идет себе. Ну, неизвестно, конечно, как он себя поведет на подъем. Но он на цепях очень бодро должен. Смотри, как. Сшибает еле. Только так. Ну, неплохо. Неплохо. Такая удлиненная платформа, то есть грузы какие-нибудь вешать. Так, а что ты, кстати, по прицепам у нас, друг? Ну-ка, дай посмотреть. Так, ой, неудобно так смотреть, пардонте. Давай тебя немножко подвинем. Ой, смотри, на ручнике идет как. Мощный. Шайтан арба. Ну пошел же сперва. О, то есть можно его на ручнике даже толкнуть. Прикольно. Так, эвакуатор. Водичка дополнительная. На что она там вешается? Ага, на седло, да? Так, платформа. Пятиместная. Ну вот бидон такой. Ага, восьмимест. А, пятиместный тоже. Прицеп под деревяшки. Генератор. Это уже четырехместный тоже. Пятиместная. Водичка. Полуприцеп сверхтяжёный. Это вот как раз восьмиместный. Лесовоз. Чудно. Бортовой пятиместник. О, какое бидонище. Манюська. Тоже низкорамный грузовой. Ну тут да, можно какие-нибудь тачки на нем таскать. Техничка. Еще техничка. Ну, в общем, стандартный набор, так скажем. Что-то я двигатель не заглушил. Ну, что я вам скажу? Ну, такой. Смотрите. Здоровенький он. Если на этом нужно погонять, чтобы ачивку получить, кое-что там поразгружать, то это такая массивная машина. Ну, для разбора можно, что он у нас там где-то есть, грузовиков, где он у нас там спрятан. Так, не оно, не оно. Кто он, тяжелый он? Да нет уже. Так, в вездеходах? Ага. Royal BMC. Это вездеход. Уф. Ну, интересно. Мощность. Ага, двигатель, пожалуйста. И масса. Надежный.
Средний расход топлива. Ничего так себе. 280. Ну, не шикарно, но... Вот, резина шоссейная стояла. Себя неплохо показала. В принципе, поставь там вездеходочку. Вообще чудесно. Совместимость. Ну, это мы все видели. Интересно. Интересно будет поюзать. Ну вот чуть пониже он был бы, вот на такой широкой базе. Было бы хорошо. Потому что вот 50-70 все-таки валкая машина. А вот это вот, да. А продать ее почем можно? На стоянку. Стоянка. Продать почем? 122 монеты. Ничего себе так. Ну, почему нет? Как претендент на тесты.